Утиная банда перемещается. Куда-то идут на дело. Говори, не бойся. Твои комментарии интересны. А, мне нравится вот вид, где березки и вот то зеленое дерево. Видишь, да, красивый вид? Очень. Точно? Да, я думаю, что это самое красивое в этом парке. Название парка еще скажи. Южно-Приморский парк имени нашего вождя. Вашего. Ну, бывшего вождя Советского Союза, к сожалению. Я Ленина не уважаю. Пусть все это знают. Я тоже его не уважаю. Ну что ж. Красота. Оползень очень миленький. Очень маленький. А на тебе видишь вот этот чат? Шумно. Очень хорошо. Так, это что у нас? Вот такие желтые цветочки. И это растение зовется пижма. И сочетается, что как бы если ты этими цветочками потрешь кожу, то к тебе не будут лезть комары. Да, потому что запах пижмы, они как бы типа боятся. Ну вот да. Понюхай, запах такой достаточно интересный. Даже учитывая, что у меня нос заложен, все равно я чувствую запах. Да, ну вот собственно... А, они боятся, видимо, резкого запаха, да? Мне кажется, в то время, во времена как бы дедушки, бабушки, как бы не было какой-то химии, поэтому, ну, вот это пища... Спасались, чем могли. Ну, да. С левой стороны где-то Петергоф. Там. Угу. Стрельно, потом Петергоф. Кстати, как бы я помню, я один телефон в Черном море все-таки утопил, Катюш. Не, никогда телефоны не терялись, не разбивались. А я просто шел, и были скользкие камни, вот, и я так, ну, то есть, как бы поскользнулся и спокойно сел, сижу, потом, как бы, вспоминаю, что у меня... Бесплатный туалет имеется, кстати. Это плюсик. Вот такая машина. Вот такой аппарат. Для чего ты думаешь? Для очистки? Зачем? Ну да, потому что дно зарастает и илом, мусором, ну и собственно, чтобы как-то углубить, возможно, дно. Но я думаю, это что-то помощнее, не только для этого. Что было? Помощнее что-то, может быть, как-то вот перевозят какие-то лодки куда-то. Ну что-то это большое, крупное, видишь? Тут еще как будто какой-то ковш есть. Ну так это как раз как бы ковш, чтобы как бы черпать вот из дна вот эту всю грязь какую-то. Такое огромное, я первый раз вижу. А ты видел такие? Mm-mm. И вот такой вот симпатичный райончик. Это вам не человек. Это мы где с тобой находимся? А, Петергофское шоссе. Петербургское шоссе. Район Жемчужной Плазы, Балтийской Жемчужины. А вот это вид на Южно-Приморский парк. Мы там уже были. Частично. Okay.
Он же легко может как бы сесть на мель, кстати, вот как бы если подъедет поближе. Слушай, а тот получается буксир, что ли, или кто кого тащит? История умалчивает. Слушай, смотри на вот мост, хотя прохождение под мостом. Он так уверенно сидит. Значит, не первый раз. Слушайте. Ну да, значит, не первый раз. А, видишь, ну да, там еще как бы рукой касается, на всякий случай, мало ли. А, темно же, поэтому можно. Слушай, а это получается баржа вот тащит этот пикапку? Да. Это строй. А мне снег падает прямо за шиворот. Слушай, да, легко сочищается, нету, это сейчас еще вот есть немножко. Угу, спасибо. Классно было, когда много снега падало. Сказка. А давай снова паду. Смотри, как много снега вот там вот наверху. Видишь, вот на сосне. Угу. Вот, и она качается, думаешь, давай это самое постоим, подождем, пока эта глыба упадет. О! Слышишь? Да, когда чуть-чуть ветерок подует, падает больше. А мне хочется, чтобы та глыба упала, но, видимо, она лежит там хорошо. А, и за вот этими деревьями, видишь, там тоже что-то такое. А. У нас на работе, если у кого-то день рождения, то девчонки обычно проставляются, покупают тортики, пиццу, в основном чаще всего пиццу, или какие-нибудь там перепечки, или конфеты и так далее. Смотрите, я на Wildberries заказала вот такие заварнуши. Очень хорошие отзывы были. Они продаются или по килограмму, или по полкило. Вот так она выглядит. Как эклерчик. Но вкусненько. Я не могу сказать, что это отвал башки. Но вкусно. Я еще состав смотрела, что был более-менее. С чаем очень хорошо. Это сгущенка внутри. А мне мой парень говорит, давай я приготовлю шашлык у себя дома и привезу тебе. Ну, блин, области. Я говорю, нет. Больше заморочек. Очень не люблю работать день рождения. Люблю, чтобы это был выходной, но я не успела взять отпуск, чтобы захватить свой день рождения. Уже было занято. А еще забыла сказать, что я заказывала конфетки такие, знаете, они с перцем. Мармеладные, я так понимаю, с перцем в шоколаде. Интересные вкусы. Они еще не пришли, они придут завтра. Я, наверное, завтра вам их сниму и в каком-нибудь ролике покажу те конфетки. Друзья, у меня папа выиграл очередной промокод, на этот раз в Детский мир. И я сделала там заказик. Сегодня забрала, я вам его покажу. И я вам буду говорить, сколько это стоит сейчас. То есть то, что я буду сейчас показывать, мне досталось бесплатно благодаря папе. Ладан. Защита от аллергии. Защищает от проникновения аллергенов в организм. Вот это хорошо бы было перед весной, когда начиналось цветение, у меня была аллергия. Жаль, вот это я не могла испробовать. Оно называется, это средство,
Бальзам от аллергии Хеймекс. Ладан органический. Здесь 5 мл, вот такой маленький. Будем пробовать. У меня, знаете, весной бывает, когда начинается цветение. На пыль бывает аллергия. То есть, например, если в квартире пыльно, я могу чихать. Или в поезд, когда садишься, там в любом случае, например, ты на нижней полке, и с верхних полок летит пыль. И я всегда пользуюсь средством от аллергии, таблетками. Ну вот хочу вот эту вот теперь штучку попробовать. Может быть, действительно помогает. Она стоит 1065 рублей стоит. Но по акции идет за 209. Но даже 209, мне кажется, дороговато. Если это как-то положительно действует, то, конечно, наверное, недорого. Потому что с аллергией реально бывает так мучаешься, что ничего хорошего. Вот такой крем 2600 Dubai Secret. По акции за 649. Очень вкусно пахнет. Вкусненько пахнет. Как будто бы и нейтрально в тот момент вкусный запах. Подходит для всех типов кожи. Средство косметическое марки Pre-Parfumer. Селективный аромакрем для кожи рук и тела. Dubai Secret мультиэффект 23 в одном. 23 в одном. Но это я открывать не буду. Это такое нижнее белье. По акции 844, без акции 2600. А вот такой крем-бальзам для пяток и стоп от натоптышей и сухих мозолей с алоэ и мочевиной. Вот такая большая банка, 500 мл. Без акции 2000, по акции 600 рублей. Состав вазелин, глицерин, воск, горный воск, стеариновая кислота, агидол, ТА, хелатин, фенохем, зуксил, золото, серебро, коллоидная вода. Буду смазывать свои пятки. Тут еще не дочитала. Тут еще кедр, имбирь, алоэ, мочевина, ментол. Во, ментолом запахло. Купаж экстрактов 23 трав, масла, мяты, пихты, соевого растительного происхождения. Будем пробовать, составчик мощный. И последнее, самое большое. Цену посмотреть не могу, потому что его больше нет в наличии. Массажер K-Protz. Пистолет мышечный, ударный. Это прямо супер-пупер. Позволяет сосредоточиться на глубокой тканевой работе, увеличении кровообращения или подвижности. Вибрационный принцип стучащего стиля, сила для массажа мышц. Независимая система управления питанием. Зарядка-разрядка. Значит, высокочастотная вибрация, глубокий массаж, расслабление мышц, облегчение болей. 5 видов массажных насадок. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь спокойным массажем. Компактный легкий массажер приносит уставшему телу восстановление жизненных сил. Инструкция. Такой огромный. Наверное, разряжен еще. Зарядка здесь внутри. Наверное, я пока не буду ломать. Потом разберусь. А, тут сенсорный экран. Надо будет зарядить, потом покажу вам, да? Вот тут место для зарядки. И представляете, да, вот такое богатство раз и досталось. Пью чай с клюквы, которую собирала, помните? Провалилась одной ногой. Все. Такие покупки. Сегодня мне закроют больничный, потому что нет основания его продлевать. Потом, значит, у меня выходной. 3 рабочих. Поэтому посмотрим, да, когда мы там с вами в следующий раз увидимся.